Результатом работы общественной палаты, я коротко зачитаю, чтобы не повторяться. Объекты проверки, готовность на квартирный домов, работе в осенний зимний период, на хозяйственное управление, объединенной дирекции ЖКХ, а также состояние придомовой территории, на территории города Пушкина, Пушкинского муниципального района Московской области. Инициатор проверки, совет общественной палаты Пушкинской муниципальной области. Вид проверки, плановые проверки. Предмет проверки, готовность на квартирный домов, работе в осенний зимний период, находящих самоуправления дирекции ЖКХ, а также состояние придомовой территории. Цель – сбор и анализ информации о готовности на квартирный домов, работе в осенний зимний период, находящих самоуправления ЖКХ, а также состояние придомовой территории. Привлеченные лица, кто приказывает, члены общественной палаты, консультанты, эксперты общественной палаты, представители администрации района, дирекции ЖКХ, МБУ «Госторхоз» и УЛО «Пушкинской эти классы». Что бы хотелось сразу отметить, что в работе никто не участвовал, документация вся предоставлялась, если что не сразу, а со второго и с третьего раза, потому что мы получили всю информацию. В общем, хочу вам сразу отметить, что первое, вся документация соответствует, составленная документация на соответствии 170-му постановлению госстроя Российской Федерации 2003 года. Вот. Что нам показала практика? Значит, я хочу сразу попросить, пожалуйста, Московский проспект, 9-2 дом. Будьте добры, пожалуйста. Хочется особо отметить, что в этом доме функционирует успешно совет дома. Очень большую работу проводят. Очень организованные товарищи, они следят за своим домом. Вы можете посмотреть. Подвал вычищен, все трубы заизолированы, воды нигде нет. Подъезды хорошо убраны, оснащены видеонаблюдением. То есть тут полный контроль. Хочется отметить, что председатель совета дома, женщина в возрасте 80 лет, она очень активна, вот, и за ней подтягиваются остальные. Ну а теперь в качестве контраста давайте откроем второй Некрасовский проезд, дом 5. Здесь вы можете увидеть абсолютно противоположную картину. Подвал залит водой. Абсолютно противоположная картина. Изоляция на трубах отопления местами полностью отсутствует. Имеется, пусть эту картинку показывает. Имеются протечки воды, которые не устранены. То есть, хотя документы были представлены полностью, акт подготовки, акт подготовки дома на практике все оказалось иначе. Вот точно
сюда железо, то не газ, не газ, то не газ, а вот картина, вот, пожалуйста. Здесь видно, что крыльцо в таком состоянии, в таком состоянии водосток. Значит, труба дешевка. Она разбита пополам, и вся вода, вместо того, чтобы стекать на дорогу, течет под валом. Вот такая ситуация. Частичка внутри тоже выведена, но здесь это не тот, по-моему. Частичка, все правильно, да, частичка внутри. Там подвал более нормально состоит. Во-первых, сухо, сразу можно отметить, что местами, правда, отсутствует теплоизоляция, вот, но так подвал претензий нет. А вот под низом, вот видите, картинку реально. И обводные стены, и стекла, то есть оконные рамы не закрыты, все в том же духе. Примерно такая же картина и дальше. Там есть улица спортивная, по-моему, дальше. Ну, тоже посмотрели. Обратите особое внимание на количество проводов, как в подъездах, так и в подвалах. Это результат того, что интернет-провайдеры хозяйничают в наших многоквартирных домах, как в подвалах, так и на чердаках. Результат. Они совершенно не заботятся о том, чтобы сохранять наше имущество на квартирных домах. Что хотят, то и делают. То есть полная бесконтрольность и безнаказанность. Вот результат такой деятельности, если это проводить, у нас там было в один доме, был пожар, выгребло два электрощитка из-за того, что там полчаса назад покопались провайдеры интернета. Собственно, это похоже. Теперь немножко пару слов. Мужгархоз. Выяснилась следующая картина. Мужгархоза нет информации о всей территории, которая находится в его ведении. То есть у них есть, скажем так, старые карты, ну, условно говоря, список домов. У них нет полного, скажем так, обзора своей территории, за которую они сюда ответят. Точно так же, как выяснилось, нет такого же представления по остальной компании, которые выбирают территорию района и города. В результате получается так, что если, допустим, вот как на Пушкинское шоссе, дом 3, там, где дворовая территория, там хорошо выбрана, управляющая компания сделала все, почистила, сколола лед, нет вопросов. Переходишь на Пушкинское шоссе, картина совершенно противоположная. Все во льду, ничего не убиралось, даже песком не посыпали. И представители этой компании так и не должны найти, чтобы задать им вместе этот вопрос. Основными выводами, какие можно сделать? Первое, то, что в основном получается, что вся работа проводится исключительно на бумаге. Здесь претензий нет, все соответствует. А по факту получается совершенно противоположная картина. То, что вы видите на фотографиях, вот доказательство того, что каждый из нас спустился по дороге, мы все смотрели, все, что могли. То есть получается так, что очень большой объем работы, и дирекция же какая, и теплосеть, вот, которая считает, что мы обязаны, мы жители многоквартирных домов, требовать с них ответственность, чтобы они не только требовали дирекции ЖКХ, чтобы те готовили дома, но и сама теплосеть отвечала за свой участок.